вечном таком поединке. Вы чувствуете усталость или вы прекрасно восстановились сегодняшнему дню? Такое ощущение, что вы сегодня играли намного спокойнее, хладнокровнее и выбирали, так сказать, те решения, которые ставили соперников в тупик. Что такое два дня вот в таком матче? Не, ну понятно, что тяжело играть два дня на такой жаре, когда из 50-х играют. Но удачно сложилось, что я выиграл вчера в трех сетах, и в принципе остались силы. Сегодня уже тоже получилось так, что играли уверенно, больше у нас было преимущество больше, и выиграли тоже уверенно в трех сетах. Так что в плане физической формы сложилось все, что чувствую себя хорошо. Понятное дело, если бы я выиграл вчера, может, 5 сетов и сегодня 5 сетов, то бы совсем другая история была. Ну, в принципе, из-за того, что я отыграл вчера 1:40 и сегодня мы 2 часа отыграли, то такое часто бывает и на обычных турнирах, что играют столько времени. Пожалуйста, следующий вопрос. Чемпионат.